во дворе у нас вот это вот дерево плодовое. И это дерево плодовое. Здесь я не вижу плодов. Вот на этом дереве. На этом дереве не вижу плодов. Но они как-то называются очень красиво. Я видела в мексиканском магазине эти плоды. Вот они. Сейчас я приближу. Вот. Вот они такие. Вот тут уже спеют. Красиво как-то называются, но как я уже забыла, не помню. Но, конечно, никогда не ела, надо бы попробовать. А листья как у акации, смотрите. Так расположены, как будто бы акация, я думаю. А где еще есть плоды? Лучше не вижу плодов. Лучше не вижу, только вот здесь вот. Два вижу. Как называются, не помню, но так красиво называются. Надо будет еще посмотреть, как они называются. Каждый раз смотрю и забываю, надо будет взять ручку записать. Вот такой фрукт растет у нас. Звездочка, говорят. Звездочка, но он так красиво называется. Вот не знаю, пахнет. Пахнет таким, как лимонник. Сейчас попробую. Привожу. Ну, вкус такой приторный немножечко. Что-то напоминает лимонника, айву. Вот что-то вот среднее между ними. Ну, такой интересный плод. Сочный такой, да.